Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как запустить на печать первую мишень, которая пришла вам на электронную почту. Вы открываете саму мишень, заходите во вкладку, нажимаете печать, выбираете свой принтер. У меня это удаленный принтер L1800, он у меня соединен через другой компьютер, ну, не суть. Вы выбираете свой принтер, идете в параметры печати, открывается окно драйвера принтера. Здесь вы выбираете размер документа А4, галочку «Без полей» вы не трогаете, не ставите, ориентация книжная. Вот здесь, внимание, вы выбираете какой-либо тип бумаги, отличный от простой бумаги. И с этим же типом бумаги вы продолжите дальше печатать вообще всегда. Далее, качество я рекомендую поставить высокое. Далее, галочку «Просмотр» я ставлю всегда по умолчанию, всех ориентирую. С этой галочкой проще жить. В дополнительные настройки здесь, внимание, проверяем, размер документа должен быть А4. Бумага на выходе точно такая же, аналогичная размеру, то есть мы печатаем мишень на А4 бумаге. В цветокоррекцию идем, выбираем не автоматически, а настройка. Идем в расширенные, вот здесь ставим галочку «Без выравнивания цветов». Нажимаем ОК. Можно убрать высокую скорость, можно оставить. По сути, никакой разницы эта галочка не несет, кроме скорости. Ну, давайте ее уберем, пусть мишень просыхает по мере печати. И отправим в печать. Нажимаем ОК. Здесь настройки печати Photoshop. Выбираем цветом управляет принтер. Обычная печать. Относительно колориметрический. Оставляем все как есть. Очень важно в управлении цветом оставить цветом управляет принтер. Нажимаем печать. Предпросмотр показывает, что все прекрасно, формат А4. Нажимаем далее кнопочку «Печать». И наш принтер начинает печатать. Как вы уже поняли, вот таким образом выглядит правильно напечатанная мишень. Далее, после того, как вы мне прислали мишень обычной почтой, я считал ее и отправляю вам вторую мишень. Как видите, она отличается от первой. Это первая мишень была. Вот это вторая мишень. Она отличается от первой, но печать абсолютно аналогична первой мишени. Идем в драйвер принтера. Мы первый раз ставили Epson Ultra Glossy на нем и продолжаем просмотр. Далее идем в дополнительные настройки, расширенные, без выравнивания. Окей. Высокая скорость. В первом варианте я не ставил, здесь тоже не нужно ставить. Если вы в первом варианте поставили высокую скорость, то
всегда печатайте потом с высокой скоростью. В теории разница должна быть, но по факту ее практически вы, глазом вы ее не увидите. Нажимаем кнопку ОК. Запускаем печать. Друзья, напечатали второй тест. Этот тест точно так же в естественной среде сушим около часа, чтобы чернила не смазывались, никуда не убегали. Упаковываем его в файл. Этот файл кладем между двух картонок, чтобы тест не помялся. И также отправляем мне посредством почты.